Привет всем! Сегодня будем готовить печень налима на паровой бане. Вот у меня есть печень с трех налимов. Два небольшого размера и один хорошего. Вот с одного налимчика небольшого. А вот тут эта печень с большого налима. Вот такая вот она. И среднего налима. Сейчас мы ее почистим от пленки, промоем и продолжим. Ни одного полипа, ничего нету. Я ее всю проверил, ничего нету. А если вот которого мы зимой ловим, вся печень побитая, вся, мы ее просто выкидываем. Так что как-то так. Сейчас подготовим банки, будем разлаживать и солить, перчить. Так, вот две баночки я подготовил, пол-литровые. Так, берем лавровую, лавровый листик в одну банку. Вот вторую баночку. Так, теперь перец горошком. Мелкий тут какой-то, штучек по 5. Еще. Так, теперь налима, печень вернее, саму надо подсолить.
вкус. Кто-то более соленый любит, кто-то менее. Ну и будем вылаживать, как я говорил, отдельно большую печень, которую большого налима, и отдельно молодую печень, поменьше, которая будет, как говорят, такой эксперимент, какая будет вкуснее. Ну, всегда молодая вкусная, все молодое вкусное. Ну, сейчас проверим. И сюда молодую баночку. Вот так вот у нас получилось. Вот здесь только вот немножечко. Так. Теперь немного еще душистого перчика. Сверху посыпем. И масло подсолнечное. Тоже немножко. Полторы чайные ложки. Да, можно чайные. Так. Так, теперь все. Ставим на паровую баню. Баня вот такая вот. Тряпка. Кастрюля на дне. И воды. Можно будет воды немножко. Ну, для этой хватит. Пойдет. Все, ставим на медленный огонь. И варим. Пока весь часик поварим. Потом посмотрим. Может еще больше. А, чуть не забыл. Крышечка стерилизованная. Накрываем просто. Так, ну вот, спустя полтора часа печень готова. Вот так вот она выглядит. Ну, как я и говорил, сейчас снимем пробу. Разница между более взрослым налимом и молодым. Запах обалденный. Ну, так, попробуем. Вкусная. И молодник. Вода повкуснее.
Ну, это и там вкусно. Ну, это мы поставим, она может попозже съедим. Сейчас. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока. До скорых встреч.